скорее всего, соперника недооценили. Там ребята молодые. Может, кто-то не все настроились хорошо, как надо было. Первый период полностью провалили, еще удаление ненужное. Сразу же первая минута удаления в первой же смене. Как бы им дали воздуха подышать, почувствовать, что с нами можно играть. Как бы полностью установки тренерские другие были, вообще ни в каком случае не выполнили. Много удалялись. У меня вот лично мое мнение, это вот все с удаления началось. Потом уже недооценка. И все, и не завелись дальше. Ну, скорее всего, как сказать. Ну да, наверное. Приезжали, думали, так же будем серию побед продолжать. Тут вот так и получилось. Недооценили. Ну, у нас все хорошо было. Летние сборы были отдаленно от города в лагере. Как бы вообще отлично. Че-че вот насчет Петропавловска. Это сборы очень долго у нас длились, потому что неизвестно было, когда будет сезон. У нас по физике все хорошо было.